Приветствую, друзья, как ваши дела? Наверное, потеряли меня. Несколько дней не было времени сделать сюжет. Сегодня вот по своему району ходил, думал, что показать. Рынки уже все, в принципе, знают. Лавалей знает, Мертер все знают. Вот думаю, что-то, то, что вам пригодится. Показать Стамбул. Туристические места, в принципе, все знают. Их хорошо крутят. И для бизнеса хочется, чтобы люди тоже знали, что не обязательно вот по базарам ходить, если понять, есть какие-то заводы, фабрики, о них тоже рассказать. По пути я увидел, не то что я там рекламирую или там приехал специально, буквально сколько, 20 минут ходьбы от нашего района. То есть мы в одном районе, точнее, решил прогуляться. Здесь одна наша землячка открыла кафе. Наша паназиатская кухня, сказала. Вот туда собираюсь, думаю, пройтись, и увидел здесь фабрику. Сейчас я переверну телефон и покажу, расскажу, что за фабрика. Вот оттуда я шел и увидел фабрика Чекаше. Это вот выход с фабрики. Думаю, что за фабрика? Потом я смотрю. Джекет Столлер. Это по-нашему сколько? 5000. Панталон 50 лир. Это по-нашему 2500. Название Боспорус. Боспорус. Если не ошибаюсь, далеко и солнце падает. Не особо видно. Вот. Для мужчин шьют фабрика. И вот я шел так, думаю, смотрю их шоурум, то есть их магазин, который могут показать. Сатыш магазина, фабрика на Сатыш магазина. Думаю, дай-ка я гляну. Вместе посмотрим. Вот здесь, значит, шьют костюмы. Мировая коллагеса. Шьют двойки, тройки, насколько понял. Вот. Качество хорошее, я смотрю. Джекет? Угу. Джекет? Джекет. Костюмы все по 150 лир, это 7500 тенге по-нашему. Юстеле. По 5000 такие вельветовые. Тек джекет, урада. Тек джекет, да. Тек джекет, юзели теле. Костюмы, пиджаки, точнее, юзели. Юз. Юз. Онар юз. По 5000. Онар юз. Бо юзели. Вот эти все по 150 лир, говорит, по-нашему это 7500 тенге. И качество, я скажу вам, очень даже хорошее. Такым эльбисе? Такым эльбисе 250 теле. Такым эльбисе был двойка. Панталоны ve джекет. Evet. Двойка идет. 250 лир, это сколько? 210 тысяч. 50, это 2500. Сколько? 12500. Вот такие двойки. Качество такым хорошее. Такым эльбисе, uh-huh. Бунлар 400 теле. Бунлар 400 теле. Эти стоят... здесь, например, двойки идут, эти 12500, а эти стоят 20000. Здесь отличается, вот он говорит, именно в тканях. И модель новая. Новая модель. И я так думаю, зачем китайские покупать, когда есть турецкие. Блин, классно. Если вам пригодится, скажите, я вам контакты их отправлю. Вот эти идут, смотрите, как драповые, теплые. Букаши. Букашлик джекет. Бунлар тек джекет 300 теле. По 15000 вот такие пиджаки. Они теплые. Теплые, даже я думаю, прикинуть. То есть это розничная цена. Если оптовая, то план фиата башка олур. Йок. То есть что розницу, что
вот эти цены, которые 250 лир, это и оптовые, и розничные цены, это как сток они продают. А вот эти идут цены уже... Bunlarda toplu alımlarda yani ihracat. Вот хозяин магазина говорит, что вот эти 250 лир стоит, это стоковая цена. То есть что розницу, что от одна цена, его как сток продают, остаточный товар, его покупают, приходят, покупают. А вот эти двойки идут тоже, они по 400 лир, выходит 20 тысяч, это розничная цена. Оптовикам, он сказал, надо сесть, разговаривать, и в принципе уже могут предложить и другие цены. Вот эти все стоковые цены он вот показывает. Потом есть, например, штаны Фиата. Панталон или тени. Они стоят по 2500 тенге. 50 лир, 5,5, 25, 2500. Вот эти стоят 60 теле. Они стоят по 4000 тенге. 60 теле. Они тоже стоковые остатки продают. В принципе, качество хорошее. Я вот смотрю, мне вот эти понравились. Джакеты, они прям теплые. Для наших зим они классные. Всякие какие ткани. Вот ближе постараюсь показать. Вот это хаба. О, катон мы? О, юн. Юн карши. Воль. Вот такие есть пиджаки. Вот это мне понравился. Одним словом, в Турции можете просто пройтись по районам, увидеть фабрики и уже заходить, закупаться. Не обязательно по рынкам ездить, насколько я понял. Смело можете закупаться, брать вещи. Вот ткани они, то есть не блестящие они идут. Например, я не люблю, когда синтетика блестящая. Они все такие матовые. Вот, если близко. Вот такие они идут. Есть такие тонкие, эти тонкие. А есть теплые. Вот эти подростковые. 38, он сказал, панталоны. То есть штаны. Брюки 38, начинается размер. Вот они шьют одни костюм, брюки, штаны, пиджак, двойки, тройки, все подряд. И они могут даже на заказ, если вы привезли образец, они могут это посмотреть, обсудить. И вот сейчас я визитку покажу, потому что я их знать не знаю, но мне качество понравилось. Я, скорее всего, здесь возьму несколько вещей, чтобы вы тоже понимали. Байягис Групп называется. Адназне. Сонар. Сонар Бей. Его зовут Сонар Бей. Прям вот можете позвонить и спросить Сонар Бей. Всем доброго дня, всем удачи. Посмотрите.